полностью осмотреть автобус, протереть стекло и фары, проверить, в порядке ли дворники. Чтобы отправиться в рейс, машина должна быть исправной и чистой, говорит Андрей Ананьев. Водителем дачного автобуса он работает уже больше 20 лет. Корни пустил в 92-м году, и никак меня отсюда не выгонишь. Работа свободная, едешь, трасса, с людьми общаешься. 147-й маршрут следует от площади Кирова до Тургеневских дач. Эти места Андрей Ананьев знает как свои 5 пальцев. За день успевает сделать 8 рейсов, 4 раза съездить туда-обратно. На отдых и обед, рассказывает, дается 2,5 часа в день. Шутит, в случае чего люди подкармливают. За годы работы с дачниками успел подружиться. Угощают плодами своими, которые выращивали целый год. Так дружные люди эти дачники. Я у многих пассажиров даже вот саженцы к себе на дачу пересаживал, и виноград, и всякие кустарники. В дачных делах все строго. Прежде чем запустить загородный маршрут, специальная комиссия проверяет готовность подъездных путей к жилым массивам после зимы, состояние дорожного покрытия, наличие остановок и стоянок. Добираться до участков должно быть удобно и безопасно. К тургеневским дачам едем по трассе Самара-Бугуруслан. До тургеневских дач 50 километров. Ехать туда чуть больше часа. Сегодня будни, поэтому автобус не сильно загружен, но все-таки сидячих мест хватило не всем. В дороге люди стараются занять себя кто чем может. Разгадывают кроссворды, болтают о дачных хлопотах, ну, можно развлечься книжкой и вдоволь насладиться чтением. Возить людей за город 147-й, как и другие дачные автобусы, начал в конце апреля. Первое время ходил только по выходным, сейчас к услугам дачников 4 дня – среда, пятница, суббота и воскресенье. Автобусы не ходят только в дни религиозных праздников, развозят посетителей на кладбище. Об этом жители информируют заранее. На сей раз все по плану, автобус идет к тургеневским дачам по расписанию. Дачи у нас хорошие, все, воздух шикарный, все очень хорошо, нам нравится. Рядом озеро недалеко, можно и на озеро сходить, все. Мы довольны. Обязательно должны быть цветы. Я приезжаю на дачу, у меня прям все поет. Я вижу, они вот такие, я никогда не срываю букетов домой, никогда не привожу. Потому что они на даче растут дольше, они там радуют, это ну, какое-то раздолье. Вообще, как только ухожу из автобуса, как вдохну только воздух. И вот прям, ну все, все, все плохое, весь негатив остается в городе. Петунью сейчас начну высаживать, чтобы вот везде я бегаю, то с этого места пересаживаю, то это. Мне это все радует. Клубника, конечно, это моя культура, она у меня сейчас цветет уже. Ранняя ягода будет, внуки ждут. Ну, цветы я все время сажаю последние годы, все время. Многолетки. Ну, однолетки обязательно сажаю, потому что они самые яркие, я считаю. Ходить дачные автобусы начинают с 6 утра. Последний отправляется в город в 8 вечера. Поток пассажиров в течение дня меньше не становится. Сейчас, говорят дачники, самый ответственный период. От того, как поработаешь в начале сезона, зависит, каким будет урожай. А пока дачники обсуждают, у кого что зацвело, мы приближаемся к Тургеневке. Чуть дальше от города и начинаются живописные самарские пейзажи. Полпути уже позади. Дорога просторная, едем с ветерком, да и погода. Сегодня дачникам благоволит. 50 километров – путь не близкий. С дачниками прощаемся, не доехав до пункта назначения. Водитель высадил нас на ближайшей остановке и даже помахал на прощание рукой. Всего в этом году в Самаре запустили 34 дачных маршрута. По ним курсирует около 80 автобусов. Подвижной состав для загородных перевозок взяли из городских маршрутов. Студенты на каникулах, многие в отпусках, а значит, пассажиропоток летом меньше. И ущерба тем, кто ездит на общественном транспорте, дачные перевозки не нанесут. Расписание по каждому загородному направлению формируется отдельно. Интервал движения на каждом маршруте зависит от пассажиропотока, от того количества пассажиров, которые там перемещаются. На отдельных маршрутах этот интервал может составлять от 20 минут. На некоторых маршрутах есть так, что люди утром на автобусе уезжают на дачный маршрут. Там в течение дня автобус их ожидает. Это особо отдаленные дачные маршруты. Там за 70 километров от нашего города они находятся. И вечером забирают дачников и привозят их в город. Пассажирам 165-го автобуса, что везет жители на Стромиловские дачи, долго ждать рейса не приходится. Ехать недалеко, примерно 9 километров. За день автобус делает в среднем 10 кругов. 165-й дачный маршрут – один из самых востребованных. Люди туда ездят каждый день, уходят гораздо чаще, чем обычно. Не только среда, пятница, суббота, воскресенье, но его запускают и в другие дни. Сейчас узнаем, что думают сами дачники. Скажите, пожалуйста, удобно добираться? Удобно. Очень. Всегда ездим. Часто даже и в среду, и в пятницу, и помимо ездят даже этих дней.
То, что в среда, пятница, здесь суббота, воскресенье у нас по талонам пенсионеры, а так в такие дни хорошо добираюсь. Я суббота и воскресенье, да? Ну, потому что рано утром приходим. Часто ходит, мне нравится. Я никогда долго не сижу, не жду. Сезон сажают, сажают, поливают. У нас вот сегодня водичка. Еду, чтобы баки пополнить водой. Это главная задача моя, чтобы была вода на даче. За считанные минуты очередь растягивается на несколько метров. Автобус подъезжает сразу же. Здесь стоимость проезда стандартная – 23 рубля, потому что до дачных массивов недалеко. На более протяженных маршрутах дачники оплачивают дорогу в зависимости от расстояния. В этом году проехать 1 километр стоит 2 рубля 2 копейки. Для льготников предусмотрены сезонки. Купить их можно в специально оборудованных пунктах с 25 числа текущего по 5 число следующего месяца. Нас водитель любезно согласился взять в салон бесплатно. Автобус полный, но пассажиры не жалуются. Главное, говорят, ходят часто, ведь на даче сейчас очень много дел. Сажаем, траву косим, в домике убираем. Ну, все поливаем, все работы, которые... Ну, взошла морковь, редиска взошла, цветы, конечно, не забыл, тюльпаны, сирени. Водитель Константин Абызов ехать старается не быстро, чтобы доставить пассажиров на участки в целости и сохранности. За 3 года работы уже познакомился со многими заядлыми дачниками. Бывает, даже за помощью обращаются. Ну, здесь все время как бы только теряют документы, просят найти там документы. Больше никаких нюансов нет. Когда даже вот попросишь подождать, они всегда подождут. Автобус задержат, но подождут. Иногда в магазин отойдешь, попросишь, подождите. Не обязательно откликнуться на просьбу. Последний рейс из Стромилова в Самару в 7 часов вечера. Ездить на автобусе сюда, как и в другие дачные массивы, жители смогут до середины осени. Завершить дачные перевозки в городе планируют 10 октября.